Так, всех. Здравствуй, Фред. В общем, буду краток. На тебя бы канул ряженка. Глянь хотя бы минуту. Ссылка с тайм-кодом. Спасибо, значит, посмотрим. Или другой, который там типа... Вообще пиздец, блядь, конченый нахуй. Он такой сидит там. Да, блядь, это все говно, эти, блядь, играют хуево. Ну, понимаете, да, о ком я говорю? Типа, да, чувак. Блин, а как он так резко скуфанулся? Он же какой-то, вроде, не знаю, не очень старый. И с каждым, блядь, годом ты настолько хуево стал играть и звучать, и вообще, блядь, просто представляешь. А в чем прикол? Я просто половину слов не разбираю из-за этого бреда. Вся кусок говна, который сидит, всех обсирает. Да ебать. Чувак, о чем ты, блядь, прости? Блин, он как будто... То ли он что-то принимает, может, какие-то целебные штуки, может, не целебные, но он странный очень. То есть он какой-то вот именно... Вот такой, я не знаю, что с ним происходит. Мне кажется, это какие-то могут быть вещества. Нись, не знаю, запрещенные или рекомендованные. Ёбаный насос. Бро, ты же просто, блядь, даже вот так вот сыграть не можешь. Ты же даже так не можешь сыграть. Это я вот играю просто сразу. У меня, блядь, прям стоит. Я, сука, звучу в 500 раз лучше, чем, блядь, ты. Это же пиздец, чувак. Да никто практически... Блин, ну точно что-то принял. Надо, мне кажется, доктору Шуру отправить. То есть это какой-то... На Ютубе из популярных блогеров близко даже не играет хотя бы так, как я, при том, что я вообще ни разу, блядь, не супергитарист. То есть я просто гитарист, просто люблю изучать, что там происходит в гитаре. Да, там, блядь, ну, поиграл, сделал карьеру какую-то, но я не могу назвать себя супергитаристом. Супергитарист — это вот ребята, с которыми у меня есть интервью. Женя Побожий, Егор Аверьянов, там Дэн Жданов. Охуенный гитарист. Тоже сессионный, как бы вот именно то, что надо для группы. Там, ну, есть другие ребята, с которыми, да. Ну, короче, это кап затянутый. Так, ну, это типичная ряженка, да, образца, как бы, 2018 года, когда он тоже много раз разваливал. Просто уже скуф-версия. Многолетняя ненависть к Фреду его скурвила. Да, может быть, тоже. Новый срач, новый гитар. Да куда, с кем, ты чё? То есть это совсем уж, это как бы чувак давно проиграл гитарную войну. То есть это как бы бессмысленно, солевой. Ну, не знаю, что это или соль, или какая-то реальная. Ну, какая-то с ним проблема есть.